«Я донор». Такую акцию сегодня провела молодежь с Днестровской ГРЭС. Приехали в Тирасполь и сдали кровь. Для врачей устроили праздник, привезли шары и хорошее настроение. Сегодня в России отмечают День донора крови. Здравствуйте! Здравствуйте! Поздравляем вас с праздником! Национальный день донора крови в России. Спасибо большое, Иван. По традиции мы вручаем от нашего молодежного актива вам шар, тепло нашего сердца. Спасибо вам огромное. Все, праздник нам пришел. РКБ – отделение переливания крови. Сегодня здесь молодежь с молдавской ГРЭС приехали сделать доброе дело – сдать кровь. Здесь она всегда нужна. Мы сегодня приехали не просто сдать кровь, но и обратить внимание общественности к этой теме, к теме донорства. Поэтому мы приезжаем всегда ярко, с шарами, с кричащим названием «Я донор». Стать донором просто. Вот что надо сделать. Пройти регистрацию здесь, в РКБ. Сдать тест на группу крови, пообщаться с терапевтом и в кресло. Это Виталий. Бывает здесь часто. Он настоящий рекордсмен. Сегодня сдал кровь 31 раз. Первый раз я сдавал, когда моя супруга была в положении. Сдавал своему ребенку. Ну и, наверное, с тех пор пришло осознание, что надо не только своим близким помогать, и можно и другим. А для Натальи сдавать кровь – семейная традиция. Раздумий не было еще потому, что у меня родители, и мама, и папа были донорами. То есть как бы я с детства это видела, слышала, и поэтому даже вот не могла представить себе, что если кому-то что-то надо, не пойти, не помочь. Держи, держи. Не пускай. Все, расслабься. Сегодня были и новички. Ирина стала донором крови впервые. Было очень страшно, когда зашла, а сейчас уже все хорошо. Немножко переживаю, но чувствую себя хорошо, понимаю, что это пойдет на пользу. Донорская кровь поступает вот в такие стерильные контейнеры. Потом их подписывают и отправляют на хранение. В целом благоприятная обстановка у нас по запасам крови, мы более-менее сбалансированы. Я не скажу, что у нас есть большие запасы, нам необходима дальнейшая активность доноров, потому что стоит перестать сдавать донорам, и за несколько дней запасы крови уменьшатся. И еще, решили стать донором крови, за сутки до сдачи не стоит есть жареное, соленое и перченое. Отказываемся от алкоголя и курения. Важен также ваш вес. Если меньше 55 килограммов, кровь сдавать нельзя.